В рамках празднования Дня молодежи России автовладельцы тюнингованных машин выстроились на площади Ленина, чтобы все желающие смогли сделать фотографии и разузнать об автомобилях. В этот раз кирчанам представили 6 иномарок и 4 мотоцикла. Сейчас уже образовалась определенная команда С40К, это официальная команда города Керчи, которая будет отстаивать честь нашего города. Также приехали мотоциклисты поддержать клуб С40К. В дальнейшем мы будем вывозить наши машины, чтобы люди видели, какие в них появляются изменения, что добавляется. В клуб вступают более новые автомобили. 12 июля мы едем в Феодосию на самый большой фестиваль отстаивать честь города Керчи. Изюминкой выставки стали кирчане с мини-машинками, которые устроили на площади Ленина настоящие гонки. Когда между прохожими стали носиться маленькие автомобили, все внимание было приковано далеко не к тюнингованным машинам. Какой бы из представленных больших машин вы бы хотели иметь в уменьшенном варианте? Subaru, например, с зелеными ободами. Собираюсь покупать Ford Focus дальше. Если сядешь за руль большой машины, маленькие не бросишь? Конечно нет, это хобби. У меня многие знакомые, им лет по 30-40 они катают. И большие, и маленькие. Когда люди вдоволь насмотрелись на иномарки, все зрители разошлись, а водители отправились кататься по городу.